городе неспокойно. Двор идет на двор, улица на улицу, район на район. Бьют друг друга, бьют инакомыслящих, бьют за то, что оказался на чужой территории, за то, что волосы слишком длинные или майка иностранная. Драться на языке подростков значит махаться. Гулять своей компанией – мотаться. Шелуха, скорлупа, супера – из того же жаргона. Как-то незаметно в нашу жизнь вошло понятие «группировка». А рядом, часто не пересекаясь, идет другая жизнь, где отмечаются наши победы, сверкают праздничные салюты. Эти кадры мы снимали 9 мая в приемном отделении 15-й городской больницы. Каждый день сюда привозят искалеченных в уличных стычках мальчишек. Их друзья, так называемые короли казанских дворов, оставляют на больничной стене свои автографы. Он стоял, значит, проезжал вот этот синий москвич, кто-то вылез и ударил камнем, и уехали. Для многих ребят эти травмы – зарубки на всю дальнейшую жизнь. Одни останутся инвалидами, не смогут служить в армии. В душе других навсегда поселится страх. Тебя били? Очень часто, почти каждый день. Даже доходил до того, что очень часто уходил с уроков. Но я молчал сначала, боялся, думал, если узнают, то еще вообще могут они убить. Потому что нельзя их даже назвать людьми. Вот я боялся очень их и не говорил о том, что я пропускаю очень много уроков. Особенно последние уроки. Потому что после последних уроков школа почти пустая. И не полная свобода действия. В самой школе прям бьют? Да, в самой школе. А на улице? На улице, и на улице тоже, если уж поймают там. А так, если на улице их... мы стараемся, конечно, убежать от них. На улице не трудно, но вот в школе никуда не убежишь. Бывает, в углу зажмут некоторые, растянут руки, там бьют. Один бьет, издевались, они сильно издевались. Кто они? Те, кому Алёша отказывает в праве называться людьми. Этих поймали. Милиция разберется, кто прав, кто виноват. Нам же хотелось понять их. Увидеть их открытые лица. Ты бежим? Нет, спокойно шли. Вообще не бежали, спокойно шли, подошли. Вот ты как считаешь, почему тебя задержали? Я как считаю, мы искали своих героев во дворах, на улицах города. Нашли на танцплощадке. Свой круг, своя территория, на которую чужакам ход заказан. Это уже не танец, ритуал. Нас много. Вместе мы сильны, нас не разъединить. Договорились об интервью с Алешей Колосовым. Он на студию не пришел. Пришли другие. Группировка «20-й двор», так они называют себя. Мы задавали им самые простые вопросы. Как живут? Чем дышат? Бывает момент, когда абсолютно делать нечего. И ходишь, вот сидишь, вот, и вот абсолютно тебе делать нечего. Я буквально, вот, что я вступил к самому, вот я честно говоря, что не вступил, это... Я взнос плачу только и все. Это само собрание. А что от меня никто ничего не требует? Никаких требований абсолютно. Да, в школе это было, конечно, незабываемое время. А то, что мы пошли, вот учились, вот многие из нас, это, по-моему, вот, учились, вот, мы, вот там вот мы самоутвердились. С нами разговаривают там, как со взрослыми. Там не считают нас за пацанов. Разговаривают нормально. Потому что знают, что мы в любое время можем ответить им. Тем же. А школа? Лучше в детском саду, по-моему, лучше, что это учат, чем в школе. Что вас задевает больше всего? Когда учить начинают. То, что мы знаем сами хорошо. Да.
И начинают говорить, вот в наши годы этого не было, и вот это мы сейчас вот такие, не вот, только мы это раньше все. Другие были. Ну, конечно, раньше были другие, но годы, они же идут, и все меняется. Ну, всякие же учителя есть такие, добровольные. А вот вы как относитесь вот к таким вот течениям, как металлисты, ротеры, бретеры вот эти? У нас вот, вот эти ротеры, бретеры, они вышли из нашего общества. Они не могут в нашем обществе жить. Им это не по силам просто. Не только физически, но и морально не по силам. Это же было уже на Западе, это 20 лет, 30 лет назад все было. На себя напяли вот эти все железки. Смотреть противно же. Остановили мы одного, значит, просто для интереса. Ну, я говорю, расстегни ему куртку, он расстегнулся. Ну, что я там только не увидел. Унитазная цепочка. У него висит лезвие в ухе. Ну для чего парни в ухе? Ну он же не девушка, чтобы сережки носить. Меня просто это бесит. Бесит? Откуда такая нетерпимость? Да не сами ли мы в недалеком прошлом искали и находили своих врагов среди тех, кто не то носит, не те песни поет? Всего лишь один шаг оказался от нашего взрослого пафоса до конкретных действий подростков. Потому и приходится теперь милиции охранять ребят друг от друга даже во время брейк-марафона. Вот наше мнение, вот наше, я вот за всех говорю, лучше вот как мы вот жить. Это, по-моему, ну, все скажу свое мнение, для взрослых, может, кажется, что это, они все одинаковые, все это дикость. Как говорится, плод запрета за сладок. И никакие власти, никакие запреты нас не разъединят. Спросили мы и об их идеалах. Вот они. Идеалы красоты и мужественности подростков из казанских группировок. Вот кем они восхищаются, кому завидуют. Итак, начали урок. Запишите тему, пожалуйста. Тема сегодняшнего урока – сущность и основные черты коммунистической морали. Вот обратите внимание, пожалуйста. Ваша задача – формирование нового человека коммунистического общества. Одна из главных задач нашего периода, когда мы решаем три основных задачи. А именно, это создание материально-технической базы коммунизма, формирование новых коммунистических общественных отношений и формирование нового человека, человека коммунистического общества. Так каким это должен быть человек коммунистического общества, вот в этом определении дано. Давайте подошли и выделим, что же это за человек коммунистического общества. Итак, теперь давайте назовем основные черты коммунистической морали. Посмотрите по материалам съезда, добавьте все, что нужно свое, и скажите основные черты коммунистической морали. Что, пожалуйста. Когда, значит, ну, только я входил в эти группировки, стоял перед выбором, значит, или спокойная жизнь, или, значит, драки. Ну, что-то было такое наподобие. Ну, ребята наши были, вот. Вот это мы, например. Свободный путь. Вот у него два направления, два развития пути, значит. Или он остается свободным человеком, или идет в эти группировки. Ну, попадая в группировку, он как-то тут же, ну, как-то обживается, в него окружают уже другие ребята. Ну, вот как-то вот так вот у него уже свой круг интересов, получается, образуется. Это же круг там, понятно? Еще проходит немного времени, значит, он уже с ребятами как-то так общается, все. Ну, там, значит, первые драки, первые как-то, ну, проверки, да, вот эти первые как раз. И все, и вот он, после того, как он уже с этим, он уже не может из этого выйти, они же его, может быть, они этим его и шантажируют, все, у него колпак, у него глухо. Значит, если он будет решить выйти из этой группировки, ну, ничего хорошего, конечно, уже его не ожидает в этом деле. Все, его будут бить. Террор над некоторыми ребятами продолжается около 3 лет. Такие случаи бывали. И заканчивался он, или его убивали, или он в тяжелом состоянии попадал в больницу. Папаша Бог застыл на небесах. Вот непоседа, что мне с ними делать? Пошли вслед, удачу в паруса. Пусть будет жизнь, награда им за смелость. Пошли вслед. Победить страх в одиночку невозможно.
Вот и объединились такие ребята, как Алеша, чтобы противостоять группировкам. Удачу как награду, мы среди живых, нам значит повезло. Папаша Бог, дежурный по каскаду, мы среди живых, нам значит повезло. Каскад, так назвали подростки свой отряд, легализовался при Ленинском райкоме комсомола Казани. О них написала «Комсомольская правда». Ребятам пошли письма. Здравствуйте, каскадовцы. Пишут вам ребята с Петрозаводска, члены СБС. Дословная расшифровка «Союз борьбы за справедливость». Или... Со сволочами по-другому. Борьбы с сволочами. Прочитали статью в «Комсомолке», каскад спешит на помощь и немедленно уселись писать письмо. Вы первые люди, действительно похожие на нас, о которых мы узнали. У нас в Петрозаводске есть все, кроме колбасы. Тихо. И хорошее, и плохое. Тьма тьмущая молодежных группировок, металлисты, пацифисты, панки-брейкеры, всякие токсикоманы, наркоманы, ворюги, взяточники. Есть и другие ребята, которых тошнит от этого. Так вот, год назад у некоторых из таких ребят, насмотревшихся на эту гадость и намучившихся от нее, возникла идея союза борьбы с этой гадостью. Почти год она, эта идея, вынашивалась, обдумывалась, распространялась. И вот, наконец, начала осуществляться. Возник СБС. Действовать мы решили примерно так же, как и вы, но только неофициально. Видите ли, мы очень опасаемся извращения нашей организации, самой ее идеи в результате проникновения к нам формализма, убеждаясь на опыте комсомола, что подобные опасения не беспочвенны. Как мы поняли, ваша, как и наша, конечная цель – не минутное уничтожение в одном городе, а коммунизм по всей планете – наши ближайшие цели, программа минимум, так сказать. Первое – дать понять тем, кого мы называем мразью, гадостью, что не все на свете позволено, что есть силы, способные помешать им. Второе – поднять активность и гражданственность масс. Третье – объединить честных, принципиальных, в общем, наших людей Петрозаводска для борьбы против мрази. Четвертое – связаться с группами, подобными СБС по всей стране, способствовать созданию общесоюзной неофициальной организации. Да, это уже похоже на объявление войны. Хорошие подростки готовятся бить плохих, иного выхода не видят. Ну, совсем для нашей коммунистической морали это коллективизм. Коммунистическая именно мораль. Там нет морали, там полная безнравственность. Так, очень хорошая точка зрения, нет морали, полная безнравственность. Так, Боря, пожалуйста. Я не согласен с этим. Спасибо. Вообще против этого. Но вы сказали про группу Люберцов. Я хочу кое-что добавить. У них, по-моему, есть коммунистическая мораль, кое-что. Они против кого борются, во-первых, надо установить. Они борются против этих рокеров, металлистов, хиппи, там, против наркоманов. Спорят ребята из каскада. Та же непримиримость, что и у их сверстников из группировок. И тот же расчет на кулак. Они объединены. Ну и что? А это единственный метод. Единственный метод. Вот если взять вас половину... Из вас, когда вот тут было собрание, вы поднимали руки, кто мотался в группировках. А что, они не люди, что ли, теперь? Так а если бы мы пошли так оттолкнули, ты мотался, иди отсюда. Подумайте, почему формально организация «Комсомол» существует 69 лет и еще столько просуществует и не рассыпется. Почему неформальная организация «Каскад», не просуществует и годы, сыпется? На собраниях несколько раз было, да? И там все говорят, чем должен заниматься «Каскад»? Только силу качать. А чем мы отличаемся от мафии? Вот смотри, у нас была первоначальная цель – вытягивать из этих группировок, правильно? Вытянули даже средних людей. Сейчас эти люди, потому что мы над ними не работали, сейчас мы их вытянули и тут же выкидываем. Ты понимаешь, вот сейчас ты веришь, самого себя у него убьешь. Каскад, это вы знаете, планирован был как оперативно-розыскная группа. Вашим покорным слугам. Вот. Не детский сад. Ну тогда вот так вы написали, набираем Шерлок Холмсов и все. Понадействуем и не как СБС, и не как задуманный каскад. Мы спросили ребят из 20-го двора, как они относятся к каскаду. Мы знаем, какие там люди. Да, они чувствуют за собой власть. За их спиной стоят взрослые. За нами никто не стоит. Я его пальцем не трону.
А он будет вот так дрожать, как листок, вот так. Да, если их, конечно, много, и рядом еще милиция. Они могут тебя поймать, могут тебя ударить, им ничего не будет. А вот если ты их ударишь, то все, это уже будет статья. Так что мы к ним никакой симпатии, никакой, буквально. И связь с ними не хотим, и нужна не нам. Пусть они живут, хотят, потому что уже их уже не истребишь. Им знаму, у тебя молодежь, по-моему, думает, вот как мы. Валерий Лукоянов, отслуживший в Афганистане, был одним из организаторов «Каскада». Там совсем другая картина. Ну, хотя мысли иногда были о доме. И что интересно, вот вы не поверите, однажды, когда нам пришлось очень туго, у нас было 7 человек, попали мы в окружение, когда уже кольцо сжималось, когда вроде бы мысли, как говорится, должны быть о доме, о семье, ну, так вот, мысленно попрощаешься. А у меня мысли были, не поверите, конечно, про танцплощадку нашу в парке Ленина. Как раз время подходило, примерно одинаково было. Я подумал, да, вот сейчас как раз в разгаре в самом танце. Ребята танцуют с девушками, музыка приятная, погода летняя, хорошая. Сейчас после танца расходиться будут. А нам здесь очень туго, никто про это не знает. И как-то подумал, ну, знаешь что, после танцев иногда там драки бывают. Думаю, чего ребятам не хватает? Ну, как все свои родные, братья, можно сказать. Мы тряслись в БТРах, нам небо служило палаткой. И надолго под звездами твердым законом нам стало не скажешь, на земле жизни сладкой. Афганистан. Здесь про страх и опасность мы будто с тобою забыли. И в минуты отчаяния здесь научились смеяться. И с друзьями, которых на целую жизнь полюбили, мы привыкли надолго прощаться. Афганистан. Они погибли, выполняя свой интернациональный долг. А за что был убит 17-летний Сережа Родионов в мирное время в своем родном дворе? Социологи подсчитали, что сегодня воспитанием и досугом ребят призваны заниматься 40 организаций. Но пока они составляют планы, пишут отчеты, на наших глазах происходят не бумажные, а вполне реальные трагедии. Как помочь мальчишкам? На этот вопрос нам еще предстоит получить ответ. Первое столетие шагает по нашим улицам. Что принесут они с собой в будущее?